слышать и слушать мы старались весь день. Сразу, как автор материала, скажу, было тяжело. С момента назначения главы региона прошло 2,5 года. К принципам, которыми руководствуется Николай Меркушкин, привыкла. Но в этот день было страшно. Страшно подвести, страшно не оправдать доверие, страшно, когда человек соглашается впервые подпустить так близко съемочную группу. В резиденцию губернатора мы приехали рано утром, за час до назначенного времени. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашем проекте. Насколько я знаю, это впервые в истории Самарской области, что глава региона согласился целый день провести со съемочной группой. Вот сегодня на повестке дня Чапаевск. Ранее на этот город делалась огромная ставка. Сейчас как? Будет возрождаться? Ну, конечно. Город с традициями. Город, где еще в царское время было построено, в царской России еще были построены заводы. Заводы, которые очень важны были не только для края нашего, но и страны. И, естественно, мы на этом этапе хотим, чтобы город возродился, получил второе дыхание. И, на мой взгляд, этот процесс уже сейчас начался. Там, в том числе, возрождаются сейчас новые предприятия, которые придадут Чапаевску, скажем, не то что новый облик, а новый статус и новый уровень развития, может быть, даже не развития, а, может быть, даже новый уровень производственной культуры. Не только бытовой, а производственной культуры. Потому что те заводы, которые были построены еще вот в царской России, конечно, технологии, принципы, я там был, смотрел, конечно, там все очень тяжело, очень много ручного труда, очень тяжелый труд. И тот завод, который вот сейчас построен, и в последующем будет производство, это уже совсем другого уровня. Это связано с новыми технологиями, с применением современных технологий, автоматизации. И там требуется, и, может быть, образование немножко иное, и халаты совсем другие нужны там. Если мы были на старом производстве, то у вас там были люди в основном там в серых или в темных халатах, потому что такова сама технология производственная. А вот завод, который сейчас построен, конечно, там требования совсем другие, чем вот те, которые там стоят уже почти или 100, или более 100 или 100 лет. Я предлагаю поехать и посмотреть, как меняется город. Да. Как-то человек из близкого окружения главы региона сказал: «Знай, слушать и слышать надо каждое слово». Он знает его цену. Он всегда обращает внимание на детали, как подтверждение разговора о халатах. Казалось бы, мелочь, а говорящая о многом. В автомобиле мы понимаем, что нарушаем его график. Вначале стараюсь молчать, оператор делает так называемые подсъемки. Так проходит ровно 3 минуты, как журналист просто не имея права не задать волнующие вопросы, а их много. Николай Иванович, вот как обычно строится день? В машине сейчас очень много районов, и, соответственно, в машине проводите довольно много времени. Вот это документы, что это? Чем вы занимаетесь? Ну, конечно, с учетом того, что и сейчас, и не только сейчас, и все вот эти 2 с небольшим года работы, в машине приходится очень много работать. В Саранске, в Мордове, я этого почти не делал. Во-первых, чуть-чуть переезды были короче, и необходимости этой не было. Здесь нужно за день, в том числе, получить для себя очень много информации. И с самого утра я еще дома, часть вещей смотрю, обзоров, записок. Например, не только пресса, но и блоги. Да. Записок, там, по каким-то вопросам люди пишут, там, крупные записки, которые быстро рассмотреть нельзя, надо обязательно их внимательно прочитать для того, чтобы понять поглубже, чего они хотят. Ну, я имею в виду, если это они предлагают решить какую-то проблему или какая-то идея и так далее. Вот. А в Самаре таких вещей очень много.
такого рода вещей идет. Есть анализ центральной прессы. Все, что касается Самарской области, центральной прессы, я смотрю. Анализ благосферы нашей, московской, по Самарской области, нашей благосферы. Ну, в любом случае, там все есть. И сразу можешь и настроение испортить, и еще раз там не только настроение испортить, и какие-то выводы для себя сделаешь такие, что там есть вещи очень глубокие и разумные у отдельных людей. Ну, а есть, условно, много достаточно вещей, которые исходят из принципа, там, что вижу, то и пою. Имеется в виду, без понимания сути вопроса, без понимания причин, без понимания механизмов решения той или иной проблемы. Да, условно, шпарят и дают оценки, и более того, говорят, какие-то варианты предлагает, абсолютно оторванные от реалий жизненных. Таких вещей достаточно много тоже, но в первое время я реагировал на это более, может быть. А сейчас, может, спокойнее. Но, тем не менее, все равно я смотрю. Почему? Потому что это все-таки, скажем так, может быть, в какой-то мере кухонное мнение людей, формирующееся. И исходя даже вот из тех, скажем, публикаций, ты можешь судить, как те или иные проблемы воспринимаются определенным составом людей, как оценивают эти поступки. Ну, по той же, например, Старой Самаре или исторической части города Самар. Чего только не пишется. А на самом деле этих планов нет. Таких, что вот там разрушить, все там переделать, все там отдать на какие-то эти для подвысотки и так далее. На самом деле этого нет. А люди что-то где-то услышали и начинают, может быть, это еще и недоверие к власти, но, к сожалению, это делают люди, которые должны были давно, и такие люди, которые должны были давно сделать вывод. Я вспоминаю, когда я приехал сюда, уже по стадиону проект стадиона, проект, был заказан. Ну, что уже тендер был проведен. И сумма была там 1 300 000 000 рублей. Мы должны заплатить за проектные работы 1 300 000 000 рублей. Вот. И я дал поручение отозвать этот проект. И наша благосфера вся пошла. Вы посмотрите, какие у него аппетиты, какой сюда приехал. Сейчас он на 1 800 000 000 уже будет тендер объявляться. Цена будет 1 800 000 000. Какие аппетиты, ну, в смысле, сколько он хочет урвать оттуда. Хоть задача тогда стояла совсем другая, что 1 300 000 000, как только я сказали мне эту свою цену, сразу понятно стало, что это много. Что мы можем этот проект сделать дешевле. Почему? Потому что в Мордове он был сделан, ну, не стопроцентный проект к чемпионату мира, он был сделан за 337 миллионов рублей. Хорошая разница. Проект, да. В итоге тендер был объявлен, сумма была 870, по-моему, миллионов рублей. И то эта сумма была определена на уровне федеральном, а мы его сделали за 560. Сейчас эту тему забыли. Вспоминают, да, уже? Вспоминают уже. Но сегодня эти же поднимают подобного рода же вещи, совсем другие, ну, в других этих. Я почему говорю, должны были бы уже сделать выводы соответствующие, что в том числе я приехал сюда не для того, чтобы чем-то обидеть Самарскую область, а наоборот, попытаться сделать так, чтобы в Самарской области активнее, значительно активнее пошли позитивные процессы, там вопросы решались эффективнее, экономнее, за счет экономных, скажем, средств сделать больше. То есть
экономится в одном, делается за эти деньги дополнительно, говорят, ну и так далее, и так далее. Вот. Но тем не менее, да, все равно я обзор этот полностью тоже смотрю. Ну, естественно, обзор нашей прессы, самарской прессы, без, вот, скажем, этой информации, конечно, очень сложно принимать принципиальные решения. Мало только общаться с народом, надо еще и глубже анализировать все эти процессы в комплексе со всех сторон. Как разные слои воспринимают, как они понимают, и как, и в том числе средства массовой информации, это доводит до людей, насколько они понимают. Речи о телевидении и газетах, и интернет-изданиях. В Самарской области их много. Представители СМИ в поездках следуют за главой региона. Так называемый пул. Это слово в переводе с английского обозначает объединение, коллектив, рабочая группа. Так вот, корреспонденты, рассказывают глава региона, в последнее время стали понимать его лучше. Точнее, стали слушать внимательнее. Вообще, журналистам Николай Меркушкин уделяет много внимания. Сейчас на съемках часто к ним обращается, что-то объясняет. Вот, например, когда СГАУ выиграл тендер, ну, мы этого решения ждали. Там трое суток не вывешивало Министерство образования. Уже комиссия состоялась, все. Комиссия причем была в субботу, выходной день в Москве. И нет, нет и нет итогов тендера. Ну, как? Там наш или не там? А там было тайное голосование. Иностранцы были в том числе, в числе экспертов, голосующих. Ну, потом где-то около 10 вечера во вторник вывесили. Вывесили, ну, пошла сразу там второй день информация. Я читаю весь обзор. Информация была подана, скажем, ну, слово сказать примитивно, не могу сказать так, но очень просто. Упрощенно. Ну вот, СГАУ стал победителем тендера, где будет получать дополнительные субсидии для того, чтобы ну, на развитие, так примерно, скажем, так было, примерно так, да. Вместо того, чтобы это развернуть, субсидии для чего? С какой целью? Что это отобрано специально 15 вузов в стране отобраны, не просто тендер выиграл, отобраны в итоге, ну, через тендер отобраны, которых будет правительство Российской Федерации вместе с региональными властями, вместе с самим вузом тянуть, вытягивать в топ-100 мира. То есть делать их университетами суперкласса. И вот эта суть, она не была передана. От понимания всего этого зависит во многом потом будущее всей Самарской области. И в данном случае именно так. Всего остается в итоге с 15, сейчас уже осталось 14, а из 14 страна ставит задачу 5 вытянуть. Если 5 из них считается уже задача решена. Если мы сможем оказаться в числе 5, это будет, может быть, 2-3 региона страны. Москва, Питер и, может быть, Самара. Или, может быть, Казань. Что? Или, может быть, Свердловск или Новосибирск. Все. И если мы не создадим такую атмосферу, чтобы наши учителя, и школьники одаренные, и там в колледжах, везде и всюду, абсолютно четко не будут понимать, что за вуз, что, если он туда поступит, что его ждет в будущем. Какого уровня подготовка должна быть. И ведь если мы чем больше в наш вуз наберем на этом этапе одаренных детей, тем шансов у нас вот, дальше двигаться и стать как раз в числе этих 5 больше. Чем не больше к нам приедет из-за рубежа ночью, тем больше шансов станет. Чем больше шансов. Останется больше шансов, мы большие деньги будем получать на, именно на эти цели. Мы можем приглашать дополнительно лучших там специалистов в мире
по разным отраслям. А если это будет считать, что это рядовое событие, там, сообщили, прошло, не отложилось ни у кого. Как представитель этих самых средств массовой информации скажу, тогда ситуацию не поняла и я. Вообще Николай Меркушкин учит смотреть на многое по-новому. Для себя открыла сельское хозяйство. Всегда думала, ну что это за отрасль? Ни промышленность, ни интересно. Сейчас знаю, современные комплексы могут приносить больше прибыли, чем тот же УАО «Кузнецов». Это стратегическая отрасль. Главное к делу подходить с умом. Он умеет располагать к себе, и не только журналистов. Открытость, общительность и всегда заинтересованность. Это уже оценили жители Самарской области. Умение смотреть на вещи глубоко, более развернуто. По дороге глава региона рассказывает о работе, о семье, о переезде в Самару. Тогда 63-й регион, нельзя сказать, что принял нового руководителя радушно. Отразилось это и в СМИ. У меня большая семья, там братья, сестры, там... Понадобятся взрослые сыновья, есть работающие в бизнесе, до меня еще старший брат, там, задолго до главы республики, он уже очень активно занимался бизнесом. Вот. Естественно, это отдельных людей раздражало. Вот. И был электорат, условно, ну, определенный процент людей, во многом из-за этого, которые были против меня. Он за критику, он признает то, что один человек в поле не воин. У него есть команда, те люди, которые с ним уже много лет. Эта команда всегда пополняется, в Самаре также она стала больше. Они его не боятся, они его уважают. Они умеют друг с другом разговаривать и, наверное, главное – слышать друг друга. Говорить о том, что там только на уровне губернатора все видно и все решения абсолютно могут быть правильно приняты, это неверно. Какой бы человек ни был, если он не будет знать обстановку, если не будет обладать, вот, ну, скажем, полноценной информацией или информацией достаточной для того, чтобы принять решение правильное, это основа, скажем, основ именно правильности решения. А так, не зная там обстановки, не зная положения вещей, не зная глубоко, скажем, исторических причин, там, исторических вещей, причин, почему так, условно, сегодня такая обстановка в той или иной отрасли или на том или ином предприятии, принимать там сходу решения какие-то, они обязательно приведут потом к вещам, за что надо будет в итоге расплачиваться власти. И людям, естественно, и власти тоже. Возвращаясь к теме дороги. Очень многие блогеры в свое время писали, что у нас плохие дороги, Николай Иванович Меркушкин это не замечает, на хорошей машине незаметно. Вы говорили о том, что неоднократно выезжали смотреть город. Во-вторых, хочу сказать, что даже в этой машине все прекрасно заметно дороги ощущаются. Вот сейчас этому вопросу уделяется большое внимание, на самом деле, то есть мы уже получили рекордные суммы на ремонт дорог. Дальше будет также эта тема подниматься и на самом деле... Подниматься, потому что даже меня немножко удивляет, что люди, ну и в прессе даже, и люди говорят, что вот очень много делается, я пока вот лично не могу этого сказать. Вот ощущение, что мы во все очень много делаем, вот там вся Самара разрыта, или там вот в Тольятти, там такие объемы, или там в Сызрани, я не могу сказать. Я не могу сказать, видимо, еще потому, что когда мы делали это в Саранске, там на самом деле приходилось делать деревянные переходы специальные, через улицы, что были разрыты до 4 метров котлованы, условно, вся трасса коммунистическая, центральная, да, и люди переходили по деревянным, как вот на стройках делают временные, эти через улицу проходили вот по настилам. Вот. И это не только там. И таких там, условно, точек было несколько. Это на самом деле огромное неудобство. Там не только машина не может, там человек не может абсолютно пройти, потому что там вырыто все, котлованы.
перекладываются все коммуникации, потом засыпается там несколько слоев этого пирога, потом появляется улица, и понятно, что появляется улица, туда больше, 50-70 лет, возвращаться не надо. Мы пока здесь этого не делаем. Пока мы идем больше, ну, скажем, ремонтируем, правим, да, и так далее. Но почему, видимо, самарцы так говорят, и корреспонденты в том числе, потому что делалось значительно меньше, и уже этот объем считают, что это очень много. Вот тоже я скажу, да, это очень большие деньги. Мы сейчас в Самаре там месяц назад еще 250 миллионов на дворы дали. Это в общей сложности Самара получит только с областного бюджета 1,7 млрд. 1,7 млрд. И плюс есть местный бюджет. Города есть в соответствии с законом. Поэтому около 2 млрд. рублей денег для Самары – это очень-очень хорошие деньги. И при рациональном, разумном, правильном использовании мы могли, на самом деле, очень много делать. Сейчас пока минус какой? Начинаются работы очень поздно. Поздно, я имею в виду, не днем, утром поздно, а в сезон, поздно в сезон. Вот ведь август, сейчас в августе пошел разговор, о, как работы пошли. А этот разговор должен был пойти в мае. В мае. А может, в конце апреля. А почему так? А потому что не было системы. Даже не было проектов. И сейчас еще нет. По некоторым улицам, почему вот начинает с февраля работы, в августе работы, не было проектов. Или проекты сырые, приносят проекты, где в том числе, скажем, сохранились традиции старые, коэффициенты не те, которые поднимают стоимость работы, тогда мы не можем. Потому что ты с этими коэффициентами принес на 2 улицы проекты, значит, 3-ю улицу мы уже не можем сделать, уже не хватит денег. И сейчас мы жестко требуем. И я в пример приводил в Тольятти специально для того, чтобы в Самаре сделали выводы люди, которые занимаются этими вопросами. Тольятти на будущий год на 1,5 млрд. рублей, не только на будущий год, на 1,5 млрд. рублей в июне месяце, до 10 июня, принес нам проект. Они могут объявить тендеры в декабре. И в январе подвести итоги, если все нормально. В январе подвести итоги и начать закупать материалы в январе. Эти материалы в январе, и щебень, и песок тот же, и многие другие вещи, они на четверть дешевле. Когда ты в сезон это берешь, в сезон всегда цена повышается. Сезонная цена. То есть даже касаемо таких материалов? Да, 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 да. Это существенная сумма. И вот уже Чапаевск. Договорить не успели. Диалог еще продолжится. Около железнодорожного вокзала. Главу региона ждут сотни людей. Спасибо большое. После капитального ремонта торжественно открывают здание вокзала. Николай Меркушкин оценивает, как что сделали. На самом деле, позже в интервью будет об этом идти речь, местная власть старается, как, впрочем, и железнодорожники. В зале ожидания есть теперь даже музей. Пассажиры могут увидеть, как выглядели, например, первые билеты. Казалось бы, нюанс, а на самом деле – забота о людях. Витрины стоят не так дорого, зато это скрасит ожидания. К тому же отчасти это и реклама РЖД – грамотный подход к делу. Далее осмотр привокзальной площади вместе с предпринимателями, которые здесь располагаются, ее привели в порядок. Заасфальтировали. Мэр города рассказывает, ранее здесь был кошмар. Порядок нужен. Будет, обещаем. Мы послушали обязательства. Взаимные должны быть. Я от горожан, и, соответственно, муж само собой. Хорошо? Хорошо.
Следующая точка – это ФОК. О нем главу региона попросили местные жители. Вопрос решился за 8 месяцев. Его построили специально рядом со школой номер 4. Теперь здесь будут заниматься как ученики, так и взрослые. Состоит из спортивного зала, в котором сейчас посмотрим, состоит из хозяйственного блока, в котором на втором этаже раздевалки находится, на первом этаже тренерский, медицинский кабинет, ну и подсобное помещение. Пройдемте. Пройдем. Глава региона внимательно осматривает комплекс. Размеры зала 36 на 18, высота 8 метров. Стоимость объекта чуть более 30 миллионов рублей. 24 из них из областной казны. Покрытие применили специально для занятий наших легких атлетов, о которых мы с удовольствием сейчас услышали, для того, чтобы работать, нужно было шиповку. Вот. 9 миллиметров оверласт, но регупол по-другому. Здесь беговой разбег, яма сделали для прыжков, соответственно, с песком. В целом объект хороший, говорит Николай Меркушкин. Решает провести серию пенальти. Футбол глава региона любит. Ротер, молодец, давай. Уже осмотрев ФОК, обсуждают, на первом этаже нет гардероба. Это руководство обещает исправить. К тому же в дальнейшем необходимо залы скорректировать по площади, в сторону увеличения. Вообще вопросу спорта в Самарской области уделяют сейчас очень большое внимание. Только в этом году планируется к сдаче 70 объектов. В Самаре в ближайшее время откроется лед в МТЛ и комплекс «Ипподром-арена». К концу года заработает еще один лед на мегзаводе. В прошлом году была сдана «Лада-арена». До этого о современной инфраструктуре речи не шла. Единственный дворец был возведен в областном центре почти полвека назад. Он не пригоден для тренировок. Сейчас повсеместно для спортсменов создаются условия. Тем самым решают сразу несколько задач. Это и проблема наркомании, она актуальна для 63-го региона. Это и в целом вопросы здоровья, досуга. К тому же речь идет и об имидже области. Главе региона показывают и школу, которая рядом с ФОКом. Она преобразилась после ремонта. Мэр отчитывается. Образовательные учреждения в городе активно приводят в порядок. У нас есть старые фотографии, вот которые даже можем посмотреть 2 месяца назад. И вы не узнаете, что это была школа. 2 месяца назад. Посмотрите, скажете, это не эта школа. Из другой школы, да, все было совсем другое. Она кирпичная просто была, а не шкатулька. Кирпичная вот эти, вот мы. Как много у тебя денег, слушай. Все на свои деньги. Говорит, это на свои. Это на нет, свои. Николай. Это не на свои, да? Нет, это Николай. Вы помогли, Николай. Николай, у меня своих денег вообще нет. Ни на чё. Если... Как же ты говоришь, строишь эту... Единственный объект школы музыкальную, искусств. Музыкальную, да. Да, ну школы я-то искусств. Сейчас буду перед вами стоять на коленях. Дайте денег. Я ее сам не осилю за свои деньги. Я ее начал, чтобы не было обратной дороги. Грамотный подход. И, вспоминая Мордовию, кажется, так не раз поступал сам Николай Меркушкин, будущий главой республики. Начав стройку, уже по-другому можно вести диалог с федеральными властями. Инициатива, а речь, естественно, идет о необходимых объектах, всегда приветствуется. Далее новый завод по производству жгутов для автомобильной промышленности. Это совместный проект Самарской кабельной компании и фирмы «Делфай». Сейчас предлагается, мы пройдем по заводу, по короткой схеме, трибуна, коротко выступите. Если возможно, поднимемся, там чашку чая выпьем. Ну, смотрите, как получится. Значит, вот. Мы должны без 20 уехать. Вы не уедете без 20, вы опоздали. Уедете без 10. Здесь журналистам развернуться по полной не дают. Руководство предприятия сразу предупредило, показывать продукцию нельзя. Только общие кадры. Ну, люди сейчас работают, обучаем, идет интенсивное обучение, идет даже селекция небольшая. Выпускать продукцию завод будет не только для АвтоВАЗа, но и для других компаний, в том числе зарубежных. Сейчас на предприятии работает 300 человек. В дальнейшем речь будет идти о практически 2000 сотрудников. Ровно год и месяц назад, чуть больше месяца назад, мы закладывали здесь первый камень, фундамент завода, и завод уже начал работать. Совместная работа, проделанная компанией «Делфай», областным правительством и местной администрацией, стала залогом успешной реализации проекта. Спасибо за поддержку главе региона.
заводы нового уровня, где можно быть в белом. Это если вспомнить о халатах, о которых шла речь в начале. Еще одно современное производство в Чапаевске откроется уже в начале 2016-го. Меморандум с представителями компании «Кнауф», крупнейшим производителем стройматериалов в мире, подписывают в этот день в местном ДК. Презентация проекта. Все лаконично и без пафоса. И так понятно, в сотрудничестве заинтересованы все стороны. Инвестиции порядка 1 миллиарда 240 миллионов рублей. Перед встречей я коротко поговорил с коллегами из Чапаевска. Да? Они говорят, что в Чапаевске есть такие хорошие традиции по заводам. Раньше, в 90-е годы, здесь было очень много заводов. Сейчас, может быть, их меньше, но я как слышу, да, от речи губернатора и коллег, что открываются заводы, и в будущем я исхожу из того, что здесь будут многие заводы и будут обеспечены рабочие места с хорошей заработной платой, с возможностями социальной поддержки города. Развитие идет не только в Чапаевске. Самарская область по итогам 2013 года признана лидером в ППО по привлечению прямых иностранных инвестиций. На самом деле это говорит о многом. Крупные игроки, приходя на новую территорию, оценивают сразу несколько факторов. Это месторасположение, тут региону повезло, и вопросы безопасности, инфраструктуры, отношения людей к власти и, конечно, условия для ведения бизнеса. Мы берем на себя обязательство, что будем делать все для того, чтобы инвестору было быстро, оперативно проходил все этапы согласований, помогать и поддерживать во всем, даем определенные льготы, налоговые льготы, чтобы заинтересовать инвестора. Далее в ДК встреча с жителями Чапаевска. Зал полон, места заняты и на балконе. Несколько минут ожидания, и глава региона выходит к людям. Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай Иванович Иркушкин. Начальник Николай Меркушкин говорит о развитии Самарской области, о шансах быть первыми или так и остаться по многим вопросам аутсайдерами. Сейчас есть возможность вернуть былую славу. Главное – не упустить момент. Работать во благо одна власть не сможет. Нужна поддержка и активная позиция людей. Как шаг навстречу, визит Владимира Путина в Самару. Президент показал – к диалогу центр готов. Теперь ответный ход за жителями области. Судя по залу, о чем идет речь, присутствующие понимают. Внимательно слушают, кивают. Вообще, глава региона на каждой встрече обращается к людям по-разному. Не то что разные акценты, они одни и те же, разный подход. О чем говорить и как, ориентируются по залу. Чапаевские жители активны, чиновниками не обижены. Из зала звучит много благодарности. Это и за поддержку ветеранов, многодетных семей, за ремонт дорог. Мы в это время находимся за сценой. Правда, ничего интересного здесь не происходит. Каждые 20 минут главе региона меняет чашку чая. Это, пожалуй, все, что мы выяснили за кулисами. Идем в зал. Диалог с жителями продолжается более 2 часов. В зале работают помощники Николая Меркушкина. Все обращения записывают. Именно поэтому у всех спрашивают все данные, в том числе и контакты. По каждой проблеме будет ответ, и он дойдет до адресата. В завершении встречи Николай Меркушкин поздравляет участника Великой Отечественной Алексея Мартынова с грядущим столетием. Спускается в зал и преподносит в подарок именные часы. Уже 6-й час глава региона опаздывает в Самару на эфир одной из радиостанций. В машине задаю вопрос по встрече. Насколько тяжело держать зал? Даже в Чапаевске, несмотря на общий положительный настрой, все равно есть место эмоциям. Не всегда оправданным. Я вообще не, скажем,
митинговый человек. Для меня всегда было там митинг, какие-то эти несвойственными вещами. Поэтому, когда вот переходит на эмоции, на громкую там такую речь, как на какой-то площади или еще где-то, мне не очень это по душе. Вот, может, в какой-то мере я раздражаюсь. Но это я не скажу, что она самая сложная встреча. Встреч намного больше было, значительно сложнее, где у людей вопросов намного больше было, и они намного, скажем, серьезнее. И люди, где не просто там переходили на эмоции, а где люди и плакали. И, кстати, шигоны. И шигоны, да. После проверка была, кстати, или нет? Потому да. что местная власть да. оказалась. Да. Да, 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 да. Там и разбирались, и сейчас по некоторым вопросам идет расследование. Там местная власть пока, но он и не так давно работает, надо сказать, еще, может быть, и не во всем разобрался. Вот. Человек. Ну и, может быть, человек, который сможет или не сможет, он в целом взять в руки ситуацию. Пока есть вопросы там, что касается шигон. Ну и не только в шигонах, и в Нефтегорске была достаточно сложная встреча. И очень много было вопросов к местной власти, где местная власть просто терялась, и не зная, что говорить, и даже руками разводили. Вот. Поэтому тут нельзя сказать, что это так, потому что местная власть тут достаточно, она крепко стоит на ногах, она на самом деле много делается. Да, надо больше, и проблем тут много в Чапаевске. Но видно, что делается много, и многие вещи делаются на хорошем уровне. Вот даже вот эта инициатива по ФОПу, да, мной была поддержана, но инициатива была снизу. И я посмотрел, я ожидал, что он чуть хуже. Ощущение было такое, что за 24 миллиона здесь сейчас будет, ну, такое достаточно, может быть, простое, может быть, даже примитивное. Но и внешне, и внутренне это настоящий спортивный комплекс, который будет притягивать молодежь и притягивать молодежь, детей, подростков. Там созданы необходимые условия, там покрытие очень хорошее. Вот. Размеры чуть меньше. А все остальное есть. И медицинское для врача, и раздевалки хорошие, и душевые комнаты. Все, все абсолютно. Для людей эти встречи – это решение проблем. Потому что, как вы сказали, наверное, лет 5 будет действовать, наверное, ручное управление. Они надеются, они верят, они приходят. А для вас как часто бывает откровением то, что говорят люди? То есть в любом же случае перед каждым районом вы изучаете проблемы. Что там бывают справки такой? Насколько часто бывает то, что не было известно? Основные проблемы, ключевые проблемы там, развития города и будущего города, конечно, я знаю. Открывая завод, подписывая меморандум о новом заводе, строительство крупных социальных объектов, вот, ремонт детских садиков, который был озвучен. Я знал, что тут ситуация, проблема есть определенная. С ветхим жильем тут большие проблемы. С ветхим жильем. Это тоже известно. И у нас большая программа по Чапаевску. Большая, то есть большой объем будет построено жилья для того, чтобы людей из ветхого аварийного жилья, точнее, переселить. Вот. Поэтому так да, но условно, что по поводу бани поставлен будет вопрос, конечно, я не знал, что с баней такая ситуация. Вот. Что во Владимировке, условно, вот там нет полного понимания между местной властью там, и людьми, как решается газификация, ну, это тоже, условно, в некой мере это прозвучало определенной новостью. Ну и правильно, я для себя там некоторые выводы сделал и попросил вот то, что справку там завтра, чтобы мне подготовили, посмотреть еще раз, а как работают те структуры, которые условно, ну, определялись для решения тех проблем, которые ставились полтора года назад, там, год назад на встречах, ну, насколько они выдерживают вот те параметры, которые они озвучивали людям при мне. Николай Меркушкин часто повторяет знаменитую фразу Уинстона Черчилля: «Плохую власть избирают те, кто не ходит на выборы».
При этом ни на одной из встреч он не агитирует за себя. Ему это не нужно. Он говорит о явке, он говорит о ее значимости. После его слов становится понятно, что такое гражданский долг. Гражданский долг – это в том числе сказать «да» развитию территории. Важен каждый голос. Голос – это дополнительные возможности для региона, в том числе и финансовые. Выборы – это важнейшая, скажем, составляющая жизни любого региона, любого города, страны, что формируемая власть людьми, она в итоге определяет потом очень и очень многое. И надо, чтобы это люди поняли. Мы можем своими голосами, своей активностью многие проблемы решить. Ну, по крайней мере, весомый вклад вложить в решение проблемы в целом по стране. Вот. И, естественно, у нас возможности появляются дополнительные на самом деле. И лоббировать интересы наших людей, нашей территории. Вот. Возможности влиять на, скажем, принимаемые решения в экономической плоскости, там, в финансовых вопросах, там, ну и так далее, и так далее. Делегировать много людей, значительно больше людей, что мы сейчас имеем, в органы, представительные органы власти, прежде всего в Думу, где, скажем, варится вся каша, принимается бюджет, определяются там суммы по финансированию программ. Понятно, что правительство в основе, но Дума голосует и, по большому счету, точку ставит Дума. И всегда идет диалог между правительством и Думой. Всегда. Всегда. Может быть, он иногда идет не публично или не столь публично. Вот. Но всегда Дума, условно, вносит определенные коррективы в бюджет. Это может быть в процессе, скажем, когда бюджет находится в Думе. Это может быть еще до того, как правительство представляет в Думу бюджет, еще до этого. Вот, и чаще всего сейчас так и бывает, что комитеты Думы, там, опытные работники, депутаты Государственной Думы, они уже постоянно в процессе с правительством постоянно работают и влияют на, в том числе, предлагаемые варианты правительством, которые правительство предлагает уже Думе. Вот. И мы здесь, к сожалению, очень слабо участвуем. Слабо участвуем, что наше представительство очень мало. Нам очень важно привить эту культуру. Ну что, культуру или понимание того, что в политических кампаниях люди должны участвовать. А что касается вот следующего этапа, условно, там выборы в Государственную Думу уже, там, конечно, для нас будет явка, будет означать напрямую, сколько у нас, какое количество там, условно, защитников интересов людей у нас в итоге будет в Государственной Думе. Там прямая будет зависимость. На губернаторских пока не в той мере, но все равно исключительно важно... Это же показатель. Это показатель очень важный. Это показатель потом в Думу еще надо дать результат, и после этого только нас могут оценить. А мы можем сейчас уже сигнал дать. Уже сейчас, что да, мы потенциально готовы к тому, потенциально, что у нас уже будет совсем другой состав и другое количество там. И мы уже сегодня можем, условно, по-другому выглядеть там, позиционировать себя. Один город в Самарской области уже показал, что слушать и слушать умеет, и реакция последовала. Владимир Кузьмин, Самарин. Да. Событие историческое, неудивительно, почему вы говорите на каждой встрече о нем. Вот по реакции зала можно понять, понимают, что это за событие? Понимаешь, что означает это событие? То, что такого не было, и сейчас у нас, ну, по логике, Владимир Путин показал, Владимир Владимирович Путин показал, что рука протянута. Да. Теперь все зависит от вас. Да. Ну, люди понимают, не все полностью осознают важность этого визита, но есть люди, которые абсолютно понимают, насколько это важно для Самарской области. Вот. Но, к сожалению, я хочу сказать,
Вот мы тоже так, ну и по залу смотришь, чтобы это вот овладело скажем, умами или там массами, этого сказать пока нельзя. Вот сегодня вышел человек, сказал, я хотел вот вас спросить, в том числе о приезде Владимира Владимировича Путина, но вы это уже сказали. Я сказал, но я сказал не все. Сегодня. Я только некоторые штрихи. Просто говорил, что вот он у нас первый раз, там вот у других был и так далее. Каждый приезд это там десятки, а иногда или по некоторым вопросам там и сотни миллиардов рублей. Проекты поддерживаются такие, которые потом на долгие там десятилетия работают на регион. А что конкретно, условно, по Самарской области, так вопрос не был поставлен. Снова, почему не был поставлен? Потому что люди пока к этому не привыкли. Люди пока этого не знают. И люди, на самом деле, до конца, может быть, не осмысливают, по каким принципам строятся взаимоотношения властей, как формируются там федеральные программы и где, как они реализуются. Почему тот или иной город выбирается для проведения каких-то мероприятий, там, условно, не федерального уровня, даже международного уровня. Да. Вот. Мы больше ориентируемся на какую-то виртуальную, может быть, там, картинку, вещь, да, нашу, там, на, может быть, реагируем больше в некой мере эмоциями на многие вещи, а не реальными процессами, которые происходят в жизни. Почему? Потому что да, и сегодня, но ну, вполне могло прозвучать. А вот словно для того же Чапаевского. Что принесет, или не только что принесет, а вот вопросы Чапаевского как-то рассматривались. Или что даст для Чапаевского? Что принесет, что даст за день лет в какой-то мере Чапаевского и так далее. Или что-то другое. Вот тот же Сонорс, проект. А как он? Новокуйбышевский Чапаевск рядом? Рядом. И по большому счету чапаевцев этот проект, он должен очень серьезно интересовать. Вот. А люди пока, конечно, вот до вот этих тонкостей, что ли, они не доходят. И еще раз я хочу сказать, объясняю я это больше тем, что есть некая виртуальность, есть некая игра, и в том числе в политических процессах у нас. Вот когда мы в Высоклах с директором школы беседовали, почему я задал ей этот вопрос по поводу статуса университета, потому что как только мы встретились, как только она начала говорить, что делается в школе, я с первых слов почувствовал в нотках игру. Про новые методики, кажется. Да, методики, вот программы. Вот мы в той программе, Вроде мы везде во всех программах, мы инициируем программы и так далее. Но они не столь привязаны к реальной жизни. И часто реальная жизнь идет как бы сама по себе, а мы своей работой, в том числе, может быть, активной иногда общественной работой, имитируем там активность, а на самом деле в итоге мы играем, просто ну, превращаем это в игру. Надо понимать, откуда что он берется, или что в итоге дает нам дивиденды в области, и где мы можем получить дополнительную поддержку, дополнительные ресурсы для того, чтобы мы активнее развивались. Вот. Мы в этом направлении в области работа велась слабо. Больше все-таки настраивали людей, что мы великие, нам там все нипочем. Тут были объективные причины на это, ну, объективные, субъективные, но серьезные субъективные причины, которые там вынуждали такую, скажем, идеологию активно пропагандировать в области долгие очень годы. Вот.
И в итоге достаточно плотно вот эта вот мысль, что ли, вот такой подход, он укоренился. Сейчас задам вопрос, который, наверное, возможно, грубый, но, наверное, важен для понимания каждого жителя Самарской области. Николай Иванович, для чего вам все это? Два года работы такой, что, ну, не то, что завидовать. Для чего? Не родная Самарская область. Очень непростой вопрос. Ну, как-то так сложилось. Вот сегодня ваш коллега, который говорил, что там в Самарской области повезло, что вот оказался сейчас такой человек губернатором, и он привел слова, что человек, скажем, воспитанный на идеологии, прежде думая о родине, потом о себе. В какой-то мере он прав. Вопрос «почему?» Вот, наверное, может быть, если кратко, можно ответить его словами. Потому что слишком много было отдано сил в свое время. Начиная там где-то, может, там, с 14 лет. Раньше ли, позже ли. Там, ну, для того, чтобы там что-то делать полезное. Полезные там, в школе. Мы строили сами, в школе, школьники. В 6-7 класс строили там футбольные поля, стадионы сами. Сами ездили, инициировали на соревнования и так далее. На этом пришлось остановиться. Эфир на радио. А ждать главу региона отправляемся в резиденцию. Камеры не выдержали нагрузки, все аккумуляторы сели. Впрочем, на исходе наши силы уже давно стемнело. Думаю о последнем прозвучавшем вопросе и ответе на него. Сначала о родине, потом о себе. Читая журнал о власти, пытаюсь отвлечься. Так проходит 4 часа 35 минут. Николай Меркушкин приезжает в 11:30. Была договоренность, что пишем один вопрос, далее оставляем главу региона. Ему еще предстоит работа с документами. Просим пойти навстречу и уделить чуть более 15 минут. Продолжаем разговор. Николай Иванович, остановились в машине на том, что зачем вам это? Столько труда ради неродной земли. Ну, земля, говорит, что она не родная, совсем нельзя. Одна страна, поручение президента. Поэтому в этом смысле, может быть, не совсем это так. Но, в принципе, да, работы очень много, и проблем очень много, и территории значительно больше, людей больше. Самое, наверное, главное, ну, если ты берешь за какую работу, если ты пришел, дал согласие в итоге, я привык делать ответственно, но и, может быть, как человек, наверное, в определенной мере амбициозно не с точки зрения, что я хочу там вырасти или еще что-то, нет. А человек, который хочет поставить перед собой задачу и, в общем, их выполнять. И самое главное, может быть, быть в жизни, не плестись в хвосте. И даже, может быть, где-то не быть в середине, а пытаться быть лидером. У нас в деревне очень много было студентов, очень много. Они приезжали, и хотелось и в их среде быть не последним. Вот. И когда я возглавил молодежную бригаду, так называемую, к
косарей в колхозе. Нас было 8 человек, молодежная бригада. Я был тогда в 7 классе, в 4 классе, и в этой бригаде было 3 студента. Я управлял, я был бригадиром этой бригады. С тех времен сформировались вот черты характера, где ты хочешь, чтобы ты был, в общем, делал все хорошо, правильно. Вот. Ну и не в последних рядах, скажем, мягко. А в эфире радиостанции вы сказали то, что Самарская область вам теперь родная уже, и вам даже снятся сны о Самаре. Вот во снах у Самарской области все хорошо? Ну, или переменчивая погода? Ну, во снах по-разному. Но если, скажем, в первое время, на самом деле, полгода, год, как бы ты вот днем на работе, все здесь, а во снах во сне ты там, какие-то там 3-5-годичные давности или полугодичной давности какие-то эпизоды или еще дальше. А сейчас достаточно часто, что вот уже какой-то эпизод в Самаре. Он и не был, может быть, а вот там, словно, там-то, на такой площади, или в таком-то зале, или там в окружении таких-то людей самарских. Вот. Ну, это естественно. Почему? Потому что уже настолько ты, в общем, погружен в эту работу, что в том числе одна из главных задач, чтобы как-то, приехав там домой, как-то отойти от этого, да? И в том числе вот и во сне не можешь до конца отойти. То есть без отдыха. И последний вопрос все-таки касается Владимира Владимировича Путина. Визит, в который, наверное, Самаре долгое время не верилось. Ну, столько лет нет внимания, столько лет ждали, и рука, как вы говорите, помощи не была протянута. После того, как он состоялся, груз с души упал. Потому что все-таки сколько усилий было, надо было приложить, чтобы президент приехал в город, который не хотел ехать долго. Что я хочу сказать? Конечно, не то, что груз души упал. Конечно, в моем понимании, это очень важный шаг. Очень важное событие. Но оно, с одной стороны, условно, можно говорить уже как какие-то итоги, говорить, что он приехал, да. А с другой стороны, это новые задачи. Начало пути? Да, начало пути. И новая ответственность, новый уровень ответственности. И новые этапы, которые мы, Самарская область, люди, пройти. И в этом смысле, если мы не пройдем, условно, тот свой участок пути навстречу этому событию или в контексте, скажем, этого события, что мы продолжили эту линию, если мы это не сделаем, то в этом смысле пока груз ответственности или там, вот он сошел, приехал президент и все, он приехал, он, скажем, сделал то, что он решил сделать. И он, когда 3 июня мы встречались, когда мы обсуждали эту тему, он сказал, что я обязательно приеду. Вот такая он спустился с трапа, сказал, ну вот, как сказал, как обещал, я приехал. Как обещал. Это, может быть, слово, если так поглубже посмотреть, почему именно так он сказал, как обещал. Но когда была беседа один на один, там разговор был достаточно, скажем, о разных вещах, о проблемах в области и так далее, и так далее. Вот, и когда я его приглашал, аргументировал, поэтому вот, как обещал, я приехал, вот, но я тоже там обещал. Наверное, в том разговоре я тоже обещал, что мы делать будем все, чтобы Самара стала одним из опорных краев российского государства. Поэтому
для того, чтобы такими мы стали, это очень много еще должно произойти. То есть вот в этой цепочке. То есть первый основной камень в основу заложен, а дальше там много-много других камней разных. Положить и потом строить, скажем, этот дом, который будет отвечать в том числе духу того, той беседы, которая состоялась с президентом на встрече. По вашему мнению, самарцы готовы дать ответ? Пока не 100%. Ну, не то, что это 100%, я имею в виду не 100% самарцы, то есть все 100%. Да. А я имею в виду в целом брать людей и говорить о том, что да, Самарская область может быть не 100% готова. И если брать людей, достаточно много людей, конечно, очень многому до сих пор не верит, очень многого не хотят, условно, менять в своих поступках, в своих там, условно, привычках, в методах, подходах. Мало чего хотят менять. Вот, это касается разных слоев населения. Вот. И есть люди, которые знать ничего не хотят. То есть ну, просто не интересуются ничем. Поэтому, если оценивать в комплексе обстановку, то, конечно, пока нельзя сказать, что Самарская область готова вот, стать раз, скажем, оплотом, одним из опорных точек Российской Федерации. Но идет процесс. Процесс идет, на мой взгляд, достаточно активно. Достаточно активно. А Самарская область, люди стали менее агрессивными. А, например, последние где-то 10 лет, 10, даже, может, чуть больше 10 лет, очень много было агрессии у людей. Это всегда неустойчивость общества, это всегда есть опасность там сползти на край и откуда там в пропасть можно свалиться. А сейчас, на сегодня, этой агрессии стало у людей значительно меньше. И мы, если брать в целом по стране уровень, мы сейчас ниже ватерлинии. То есть если мы были выше значительно, то мы сейчас ниже ватерлинии. Это говорит о том, что на самом деле идут позитивные процессы. Вот, и в том числе, если и на выборах мы это подтвердим, это будет еще один очень важным шагом в этом направлении. Эти выборы, Дума, выборы и так далее. И плюс, естественно, экономика. Экономика, социальная сфера. Как мы здесь будем, насколько эффективно, быстро, динамично будем развивать экономику, социальную сферу. Эти две вещи, они напрямую, там, политика и экономическая составляющая, они напрямую связаны. Вот. И я думаю, ответить на этот вопрос, насколько мы сейчас в этом тренде, да, то есть насколько мы активно идем, мы или уже почти стали вот одним из опорных краев российской державы, надо, наверное, еще с год-полтора иметь определенный результат, а может быть и два. Соседи наблюдают, что происходит в Самарской области, наблюдают не с точки зрения просто любознательности, да, наблюдают, что все понимают. Мы это не всегда понимали, самарцев, что все регионы между собой очень жестко конкурируют. Очень жестко. Самарская область рассматривалась всегда и 5, и 10, и 15 лет назад как территория для сбыта своей продукции. Что это означает? Что каждый регион пытался часть денег из Самарской области перетянуть себе. Продать продукты, чтобы самарские деньги пришли туда и давали, оборачивались там. Вот. И вот с этой точки зрения, конечно, сейчас на нас смотрят.
что понимают, что они могут потерять рынки. Здесь мы будем там иметь свою продукцию, мы будем развиваться там в одном, в другом, в третьем направлении. Когда тебя рассматривают как территорию, куда можно все продать, вот, это не самые хорошие показатели. Лучше бы ты производил и то, и то, и то, да, и эти деньги крутились бы у себя. То есть был свой производитель, он бы заплатил налог дополнительный, были бы свои рабочие места, он получал зарплату, он заплатил бы дополнительные налоги, ну и так далее, и так далее. А теперь, условно, продукт откуда-то приходит, она только через нашу торговую сеть проходит. Вот это в некой мере и в стране у нас достаточно большой процент оборота импортного, но страна за последние там 10 примерно, 12 лет очень многое в этом смысле сделала, очень много. В том числе появились там с десяток регионов, которые стали производить там многократно больше продуктов питания, чем нужно для себя. Вот. Мы это не сделали. Николай Иванович, мы прекрасно понимаем, что вам еще предстоит работать. Съемочная группа провела с вами более 12 часов. Спасибо, что согласились на участие в нашем проекте. Спасибо тоже вам. Вы выдержали весь марафон. Тяжело. Выдержали достойно. Я думаю, это полезно будет в целом и для меня, и для вас, и для людей. Спасибо. Честно говоря, в этот момент даже не посмотрели на часы, сколько времени. С одной стороны была усталость, с другой – опустошенность. Советской закалке бесспорно мы можем только позавидовать. Такой график выдержать сложно. Николай Меркушкин продолжил работу, у него еще были встречи. Нельзя сказать, что за этот день мы узнали что-то сенсационное, хотя, наверное, и не старались это сделать. Мы старались понять человека, понять главу региона. Его команда называет его губернатор или Николай Иванович. Это даже за спиной, всегда только с отчеством. Знающие его люди всегда говорят о нем с большим уважением. Он это уважение бесспорно заслужил. Уже и на самарской земле. Это уже не дань за прогрессивную Мордовию. Это уже благодарность за развивающийся 63-й регион.